Здравствуйте, друзья и соратники! Сегодня у нас экскурсия по Всехсвятскому кладбищу города Тулы. Приведу кратко официальную историческую справку. На территории Тулы известно три старинных кладбища – Всехсвятское, Спасское и Чулковское. Существовали и действовали они 200 лет, с 1771 года вплоть до 1969 года. Чуть ли не все жители города, умершие за это время, похоронены здесь. Возникли они по указу Екатерины II, запретившей погребение возле церквей в границах города из-за разразившейся в Москве чумы. Тула была первым городом, выполнившим императорский указ. Тульский некрополь занимает площадь более 50 гектаров. На этой площади находится более 6000 надгробий 18 и 19 столетий. Это количество вполне можно назвать беспрецедентным. Только Всесвятское кладбище насчитывает около 4000 могил. Материал большинства из них – местный белый камень, гранит и металл. Украшены они великолепными рельефами, исполненными на столь высоком художественном уровне, что можно с уверенностью предполагать наличие школы резьбы по камню. Причем школа сугубо местной, так как многие элементы их резьбы не встречаются в других регионах. Всесвятское и Чулковское кладбище признаны памятниками культуры и истории. По своей площади Всесвятское кладбище больше Спасского и Чулковского. Оно росло, занимая с течением лет все большую площадь, и к нашему времени достигло 34 гектаров. В начале 20 века его оградили, соорудив стену из кирпича. В 18 веке была возведена каменная церковь всех святых. Особого порядка на Всесвятском кладбище никогда не было. Даже в 19 веке сохранить чьи-либо захоронения или просто навести там порядок городские власти были явно не в состоянии. В 1880 году тульский врач Смедович отмечал беспорядок и неурядицу, существовавшие на кладбище. Никакой последовательности в раздаче мест нет, ни улиц, ни дорожек. Ограды вокруг могил ломались и уносились, памятники портились, и мне даже передавали такие случаи из недалекого прошлого, что среди белого дня увозились целые каменные надгробные плиты. С 1 июля 2016 года администрация города проводит на Всесвятском кладбище инвентаризацию захоронений с одновременной уборкой территории. Предполагается демонтаж оград на непосещаемых участках кладбища, опиливание деревьев, вывоз мусора. Конец исторической справки. А теперь, друзья мои, пока мы не приступили к осмотру надгробий, попробуем осмыслить услышанное. Первое, на что стоит обратить внимание, слова доктора Смедовича о беспорядке на кладбище, относящейся к середине 19 века. Второе, что нам режет ухо, это число захоронений. За 200 лет на трех кладбищах всего 6000 надгробий. Тут важно понять две вещи. Первое. В Туле есть и другие кладбища, которые были основаны в советское время и располагаются за современной чертой города. То есть 100, а тем более 200 лет назад современных кладбищ не было. Согласно официальной точке зрения, были только эти три кладбища – Всесвятское, Спасское, Чулковское, которые располагались за чертой города того времени. Сейчас Всесвятское кладбище практически в географическом центре Тулы, а 200 лет назад это место было за городом, и необходимости вести умерших еще дальше до мест современных действующих кладбищ просто не было. Вторая вещь – это эти старинные кладбища не для избранных. Они позиционируются как кладбище для всех жителей Тулы той эпохи. А вот теперь внимание. Сейчас, в 2015 году, в Туле проживает 485 тысяч человек. Город не всегда был таким большим. По официальным данным, в 1811 году в Туле проживало всего лишь 52 100 человек. Но где все эти люди? Или они живы до сих пор? Или их похоронили не на кладбищах? Или без надгробий? Или без всякого учета во врагах, как диких животных. А если учесть тот факт, что город рос и население его росло, то тем более непонятно, куда пропали люди. Даже если не учитывать факты, что население города со временем увеличилось, эти 52 тысячи человек в любом случае однажды умерли и их где-то похоронили. Это природа, и без этого никак, к сожалению. Но где эти могилы? Конечно, в подсчете численности населения могут быть неточности, даже заведомо неверные цифры. Но тот факт, что Тула – это город оружейников, в котором действовали на тот момент много заводов и фабрик, дает нам основание думать, что Тула не была деревней в 8 дворов,
а счет населения города шел на десятки тысяч человек. Но это, как говорится, информация к размышлению. А теперь приступим к осмотру памятников. Надгробие первое. Читаем. Родился в 1750 году. Марта 12 дня. Скончался в 1816, цифра 113, году, мая 16 дня. Ключевой здесь является дата 1816 год. Что вот это за цифра 113, я пока не знаю. Возможно, это связано с каким-то еще другим летоисчислением. Но обычный, привычный для нас календарь, вот дата рождения 1750 и дата смерти 1816. Однозначно, что человека похоронили в тот год, когда он умер. Это первый момент. Второй момент. Катаклизм 19 века был раньше этой даты. По одной простой причине, что если бы катаклизм был позже, то эта нагробная плита была бы просто засыпана слоем глины. В конце концов, не выкапывали же ее специально, чтобы положить сюда. Да и кто бы ее нашел? Потому что памятник, нагробная плита скромная. Захоронен здесь у нас статский советник. Под сим камнем погребено тело статского советника Осипа Андреевича Кадеуса. Отроду ему было 66 лет. Ну, то есть родился в 1750, скончался в 816, все правильно. 2 месяца и 4 дня. Это к вопросу об уточнении даты катаклизма 19 века. Год 1816. Надгробие очень старое. Белый камень, довольно-таки пористый. Ну, то есть поверхность неровная, не гладкая. Еще обросло мхом. Но вот явно видна дата 1831 году. То есть человек, я вот тут вот сейчас замазал снегом, и прочитал, скончался в 831 году. На видео, скорее всего, это будет не видно. Ну, как бы дата это есть. С одной стороны, снег удобно, им можно замазать вот эти щели, а с другой стороны, он немного мешает, не все видно. Вот так выглядит это надгробие. Под сим камнем погребено тело тульского купца Михаила Ивановича Бессонова, родившегося в 1767 году. Житья его было 46 лет. Скончался в 1813 году, августа, 7 августа в 6 часов по полуночи. Оставил жене иметь малолетних детей. 1813 год. То, что это 3, я думаю, это понятно. Вот так вот этот надгробный камень выглядит со стороны. Здесь вот молитва. Ну или благодарность. А вот у нас прямо рядом еще одна надгробная плита. Под сим камнем погребено тело тульского купца Павла Парфеньевича Пчельникова. Рождение его. Рождение 1804, кончина 1813.
цифра 13. Снег тает и плывет. Я надеюсь, эту цифру видно. Тут у них получается прям целое место. Вот этот белый камень, но на нем прочитать что-то уже очень сложно, потому что он пористый и снегом все забивается. Но камень простой. А вот он, надгробный камень, тоже в Чельниковых. Здесь, правда, дата смерти 860 год. Но он точно такой же, как вот этот, 813-го. Не знаю почему, но мне мое внимание привлекло вот это надгробие. Николай Иванович Щегольков, купец. Он скончался в 894 году. Но что тут в этом камне, не знаю, вот привлекает мое внимание. Камень прям, плита, вот эта надгробная, она как новая все равно. Вот она выглядит прям как будто новая. Вот единственное, только провалилась вот в изголовье. А так она прям как новая. Вот этот вот черный камень. Вот есть все надписи. Вот, не знаю, видно? Видно. Ага. И вот это надгробие, оно прям как новое. Не знаю, почему привлекает вот мое внимание. А еще здесь вот есть 200-летнее дерево. Прям вот оно. И там еще, и там еще. Собственно, тут таких деревьев много. Причем деревья есть как молодые, так и такие вот уже. 200-летний. Такой довольно-таки интересный момент. Под сим камнем погребено тело тульского купца Ивана Фанеева или Фомеева Черникова, скончавшегося 1806 года июня 29 дня. Жития его было 57 лет. 1806 год. И причем вот это надгробие, оно довольно-таки неплохо сохранилось. Итак, друзья, пока я тут лазил несколько часов, началась зима, выпал снег, все завалило. В общем-то, дальше лазить я смысла не вижу. Постоку-поскоку тут ничего не видно уже, все завалено снегом. В общем, вот она, храм всех святых, вход за ней. То есть я зашел оттуда, шел в эту сторону. Я не скажу, что я прошел все кладбище. Оно на самом деле большое. И вот оно туда все еще продолжается, в ту сторону. До той стены я дошел. И вот сейчас иду обратно. Просто хочу сделать сейчас кое-какие выводы. Значит, первое, что я хочу отметить, это то, что нашел несколько могил 1813 года. Из хорошего черного мрамора. Хорошо там написано. Несколько могил похуже. Дату сложно очень разобрать. Вот из белого такого камня попадались надгробия, где едва-едва можно прочитать дату 1817 год. Я даже снимать не стал, потому что все равно было бы ничего не видно. Но то, что год погребения 1817, в общем-то, как бы у меня сомнений никаких не остается. То есть катаклизм, который
который мы сейчас расследуем, он случился раньше, 1813 года. Однозначно раньше и никак не позже, потому что если бы это было бы позже, то, соответственно, этих всех каменных надгробий их просто бы не было. Другой момент. Кладбище это позиционируется как кладбище еще аж с 18 века. Но ни одного погребения с датой 1700 какой-то год я не нашел. Я тут долго ходил, искал, и за 1700 год ни одного не нашел. Вот самое раннее 1813. Это самое раннее. Следующий момент. Вот много вот таких вот из белого камня. Вот тут вот видно, стоял то ли крест, то ли еще что-то. Вот на каждом было что-то на верхушке. Очень на многих сложно вообще прочитать или как-то их датировать. Некоторые датируются легко, а вот некоторые с трудом. Следующее, что хочу отметить, это число погребений, ну, явно не соотносится с количеством живших в тот момент. То есть живших гораздо больше, чем число могил. Либо люди куда-то делись, либо их просто всех закопали и не оставили о них никакой памяти. Следующий вывод. Здесь присутствуют деревья, которым старше 200 лет. Больше, чем 200 лет. Чехсвятское кладбище. Самое большое по территории среди трех исторических некрополей Тулы. Спасское и Чулковское кладбище. Современная площадь кладбища около 34 гектаров. Оно было учреждено в 1771 году по знаменитому противочумному указу Екатерины II и существовало как общегородское, где погребали жителей без различия сословий и состояний. Для этой цели отвели место на выгодных землях за городом, где уже находилось старообрядческое кладбище. Наиболее ранние из найденных погребений в отдаленной восточной части кладбища относятся к 1770-1771 году. Это плиты на территории семейного захоронения купцов Лугининых. Название кладбища получило по имени церкви во имя всех святых, каменное здание которой возводили на средства тульских купцов Герасима Сушкина и Никифора Девяткина в 1706 году. Отдельно стоящая колокольня Всесвятской церкви строилась по проекту петербургского архитектора Федосеева в начале 19 века на пожертвование горожан. Колокольня располагается на одном из самых высоких мест Тулы, ее высота составляет 84 метра. С годами территория кладбища увеличивалась за счет присоединения выгодных земель. В 50-е годы 19 века был выделен участок для иноверных на юго-западе, получивший название лютерано-католического. Наиболее старая часть этого участка в 1945-1946 годах была заполнена погребениями интернированных военнопленных. В 1904-1910 годах территория кладбища была обнесена кирпичной стеной, построенной в византийском стиле по проекту архитектора Скавронского. За 200 лет существования кладбища свой последний приют на нем нашли промышленники и благотворители, оружейники и пряничники, учителя и врачи, военные деятели культуры. Все эти люди, трудом и талантом которых создавалась история Тулы и России. В годы Великой Отечественной войны южная стена кладбища выходила во вторую линию обороны города. На территории кладбища расположены три братских могилы, где похоронено около 5000 бойцов, защищавших наш город от врага. Последние захоронения на кладбище были сделаны в декабре 1969 года. Всесвятское кладбище является объектом исторического и художественного наследия. Схема расположения культурно-исторических памятников. Ну, здесь я уже зачитывать не буду. Музей Тульский некрополь.
Так, ну это описание музея. Друзья, в заключение хочу вам кое-что показать. Как вы думаете, где я сейчас нахожусь? Предлагайте свои разные смелые варианты. Вы никогда не угадаете здесь большого древнего кладбища. Именно под моими ногами находится старое кладбище, упоминания о котором нет ни в одном путеводителе по Туле. Кладбище занимает площадь от памятника Мосину вдоль речки, река Упа, и далее по теперешней улице Советской, городским концертным залом. Вот все вот это вот, что вы сейчас видите, это старое кладбище. Не просто старое, а древнее. Я лично беседовал с участником строительства вот этого подземного перехода, который сейчас перед вами. Это подземный переход пешеходный через улицу Советская. И вот слова этого участника строительства. При рытье котлована на глубине 5-6 метров было найдено огромное количество человеческих костей и черепов. Вот именно на этом месте. Это тот самый подземный переход. Так что старинное кладбище прямо здесь, вот за этой стеной. И такое неизвестное кладбище, наверняка не одно. Где-то есть и другие. Поиски продолжаются. Спасибо за внимание. До свидания. Подземный переход на улице, на пересечении улицы Мосина и улицы Советской всегда пользовался в Туле дурной славой. И в принципе, тому есть реальная причина, потому что
При строительстве этого подземного перехода рабочими были обнаружены кладбища. Здесь находился недалеко православный храм, в советское время он был уничтожен, а вот кладбище, скорее всего, скажем, экзумировать и перенести забыли. Поэтому, когда рабочие начали рыть котлован, вот за этими стенами они обнаружили могилы. Казалось бы, нужно вызвать археологов, и есть даже данные, что их вызвали, но сроки сдачи объекта поджимали, поэтому ни о каких археологических раскопах, конечно же, речи не шло, просто, собственно говоря, замуровали, спрятали и оставили все там на месте. То есть, по большому счету, кладбище останется, осталось здесь. И, соответственно, такая ситуация, что люди очень часто перебегали эту дорогу, наверное, это было не случайно, кому же хочется ходить среди могил.